Последний вопрос, прежде чем мы перейдем к игре в правду, насчет тату. Это когда вы набивали, в честь чего и что это такое? Не, ну вот эта тату, она немного случайная. Ну, очень все, многие бывают тату случайными. Нет, все остальные у меня не случайные. Я считаю, что надпись, нанесенная на... Все остальные я не вижу, поэтому вот эту не заметить. Надпись, нанесенная на тело, она обладает силой определенной и может менять судьбу. А, это все оттуда. А вот это здесь была когда-то, моя первая татуировка была «Божья коровка». Так. Вот. И когда я стала вести программу, собственно, в эфире, я посмотрела на экран и не то, что не увидела Божью коровку, а какое-то странное родимое пятно. Я пошла быстренько к татуировщику, сказала, сделай что-нибудь. И вот сделали. Это единственная татуировка, которую я хочу свести, и, наверное, в скором времени этим займусь, потому что она бессмысленная, действительно.